Покатина, чтобы обыграть. Хуан Минсон, он с мячом, передача, Вандер Ваарт. Ой, блестяще! Блестяще, Вандер Ваарт! Ну как можно здесь не отдать пяткой? Этаж строящегося дома по переулку Межевому. И чтобы отделать квартиры, предприимчивый москвич нанял гастарбайтеров, которые трудились круглые сутки за гроши, не имея при этом никаких документов. Этим фактом заинтересовались милиционеры и сотрудники миграционного контроля. Наш корреспондент Анастасия Кенич сейчас находится на рабочем месте нелегалов. Здравствуйте, Настя. Кто были эти люди, какое наказание им грозит и какова их дальнейшая судьба? Здравствуйте, коллеги. Вот у меня за спиной сейчас как раз тот самый дом. Ну что нам удалось уже знать? Это были выходцы из Средней Азии, Молдовы, а также украинцы. Всего 18 человек. Днем и ночью они занимались ремонтом квартир. Они были мастера на все руки. В их обязанности входил и монтаж сантехники, и отделка. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки ярких... Со своими корпусами. Готов. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи. А также там можно увидеть такие необычайные для Владивостока цветы, как стрептокарптусы. Блять, извините, стрептокарпусы. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи. А также там можно увидеть такие необычные для Владивостока цветы, как стрептокарпус. Стрептокарпусы. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней... Подожди. Карпусы. Карапусы, короче, стрептокарпусы. Выставка цветов проходит в музее... Взял себя в руки. Выставка цветов проходит. Господи, ради бога. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем... Господи, времени мало. Соберись, ёб твою мать. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. Да тихо ты. Ты собрался не мог? Все, сейчас, все. Я читаю нормально, и потом читаю еще раз нормально. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней... На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи. А так, может, убить? Там же еще химка тут торгует. Выставка цветов и травы проходит в музее имени Арсеньева. Мы только что оттуда. Ладно. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи.
А также там можно увидеть такие необычные для Владивостока цветы, как стрептокарпусы. Все. Выставка цветов проходит в музее имени Арсеньева. На ней представлены во всем своем многообразии фиалки и орхидеи. А также там можно увидеть такие необычные для Владивостока цветы, как стрептокарпусы. Эдуард Сурманидзе заявил, что аджарский лидер Аслан Абашидзе уже ушел в отставку. Об этом в репортаже Дмитрия Хавина. В древнюю Яфу обычно приезжают погулять. Перед газетой «Коммерсант» возникли сложные и, возможно, трудно разрешимые проблемы. Суд постановил, что издательский дом «Коммерсант» должен выплатить Альфа-банку. Подобная же модернизация отечественных НПЗ в ближайшие годы должна стать «пошел в жопу». Лыж даже в валенках делать здесь нечего. Собакам тяжело. Блин, я вот так вот сейчас. Невооруженным глазом... Блин. У меня грязь попала в туфлю. Раньше здесь был кабинет реабилитации. И... Фрэнсден... Пфу. Два сборника... Пфу. Свою версию персональ... Пфу. Обо всем подробнее, обо всем... Пфу. Пфу. Чуть портил.